Начнется праздник в 9:45 на площади Победы с возложения цветов. В 10 часов парад стартует в сторону площади Ленина. В 10:30 пройдет акция «Бессмертный полк», в 11:00 – смотр строя и песни. В 17:40 по Первомайскому проспекту пройдут вернувшиеся с главного парада страны десантники. Дальше – праздничный концерт. В 18:55 всероссийская минута молчания, в 19:00, как уже тоже Надежда Николаевна сказала, стартует у нас большой праздничный концерт с участием и Рязанского губернаторского симфонического оркестра, и с участием лучших коллективов города и области, и приглашенная звезда Дмитрий Харатьян. Помимо основных мероприятий, немало запланировано и в разных районах города. Концерты стартуют с 2 часов дня в сквере Александрова, в лесопарке, у филармонии. Еще через 2 часа эстафету подхватит Центральный парк культуры и отдыха, а в 18:00 парк Гагарина на Приокском. В 12:00 дня от памятника Евпатию к Лаврату сотрудники музея путешественников проведут экскурсии по городу. Кстати, они приглашают в группы всех желающих. Стоит отметить, что меры безопасности в этом году будут беспрецедентными. Пропускное решение будет как никогда, это рамочная история, и проносить с собой запрещенные вещи, то есть такие как целый список, да, такое как большие рюкзаки, вода, алкогольные напитки, конечно же, все запрещено. 2 года мы жили в режиме онлайн, мы сейчас переходим в режим офлайн. На пресс-конференции рекомендовали желающим посмотреть парад прийти пораньше. Пропускной режим по пригласительным вносит свои коррективы. То же самое с вечерней программой. Праздничный салют по традиции в 22 часа. Не пропустите.